Я не говорю о том, что мы должны мириться с тем, что гибнут люди. Мы должны бороться за каждого человека. За каждого. Особенно, если речь идет о стариках. И если мы хотим, чтобы потом наши дети нас защищали и боролись за наши жизни, мы должны бороться за жизнь каждого старика, потому что, к несчастью, этот вирус бьет прежде всего по старикам и бьет по тем, кто слабо защищен иммунной системой. Мы боремся за каждого. Мы с вами ценим здоровье каждого больше, чем тот каждый сам свое здоровье. Поэтому надо заниматься своим здоровьем. Сегодня вроде бы спохватились. Поэтому не все плохо в связи с этим коронавирусом. Для меня очень важно, мы встряхнули нашу систему здравоохранения. И в этой ситуации я вижу узкие места в нашей системе здравоохранения. Но это я с министра и с вас спрошу, когда этот психоз закончится. И когда уйдут вот эти болезни, заболеваемость у нас, к сожалению, пока не снижается, хотя и нет нарастания лавинообразного, чего мы все с вами боялись изначально и делали все, чтобы притормозить этот процесс. Мы все понимаем, что болеть мы будем. Только желательно, чтобы это не было лавинообразного скачка по заболеваемости вверх, а чтобы это... Линия прошла как можно ближе к горизонтали. Пока система здравоохранения с этим справляется.